В Тамбове состоялся традиционный всероссийский турнир по дзюдо среди юношей на призы двукратного чемпиона СССР мастера спорта по дзюдо и самбо Александра Юрина. Около 300 спортсменов из 8 областей боролись за медали. Кирилл Першин занял 2-е место в своей весовой категории. По словам тренера детской юношеской спортивной школы Дмитрия Григорьева, высокий уровень организации и профессионализм судей оставили приятное впечатление о турнире.